Почти 3 года прошло с начала массовых протестов в Египте, повлекших отставку президента Хосни Мубарака. Теперь же правозащитники и ряд политиков опасаются, что временное правительство примет закон, ограничивающий право египтян на демонстрации. Согласно разработанному Кабмином законопроекту, граждане будут обязаны за 7 дней предупреждать о проведении акции протеста. Им придется объяснить ее причину и рассказать о своих требованиях. При этом Министерство внутренних дел все равно сможет запретить демонстрацию. Кроме этого, губернаторы провинции смогут определять места, где проведение манифестации также будет запрещено. По мнению участницы молодежного движения 6 апреля, предлагаемый закон оскорбляет всех, кто вышел на улицы свергнуть Мубарака. Мы считаем новый закон о протестах неудачной попыткой военных вернуть полицейское государство, которое мы свергли 25 января. Я полагаю, что эта попытка не сработает. Вы хотите, чтобы мы уважали закон и соблюдали его? Пожалуйста. В январе мы требовали государства, основанного на верховенстве закона. Если вы дадите нам справедливый закон, революционные законы, то мы будем их соблюдать. Новый закон также позволит полиции разгонять несанкционированные протесты, а нарушителей ждут большие штрафы и даже тюрьма. Адвокат-правозащитник Гамаль Эйд считает, что уголовная ответственность за нарушение нового закона – это тревожный сигнал. При определении наказания этот закон предусматривает лишение свободы на срок не менее 10 лет для тех, кто его нарушит. Речь идет о минимальном тюремном наказании за одно из наших прав, которое заключается в праве на демонстрации. Тем временем сторонники нового закона говорят, что подобный свод правил давно существует в демократических странах. В Германии или Америке протестующие не могут сходить с тротуара. Если он пойдет по дороге, то его немедленно остановят. Мы хотим сказать всем, закон о протестах предусматривает, что демонстранты должны информировать власти о лозунгах, которые они планируют использовать. Египетские власти считают, что новый закон о протестах защитит права граждан и обеспечит их безопасность. Документ вступит в силу в случае, если его подпишет исполняющий обязанности президента Адли Мансур.